В Одинцовском городском округе в круглосуточном режиме продолжает действовать муниципальная горячая линия. Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул, что операторы линии готовы ответить на широкий перечень вопросов. Позвонив по номеру горячей линии, граждане могут получить актуальную информацию о ситуации, связанной с профилактикой коронавирусной инфекции, о действующих ограничительных мерах и мерах социальной поддержки населения, о помощи, предусмотренной для лиц старше 65 лет, добавил руководитель округа.